Операция «Бахус» стала уже традиционной, проводится несколько раз в год. В течение недели идет массовая отработка водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Именно нетрезвые водители чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. По итогам прошлой операции таких водителей было выявлено более 20 человек. Будет задействовано максимальное количество личного состава. Это будут совместные экипажи как сотрудников отдела ГИБДД, отдельного взвода ДПС, рота ДПС по городу Анапа. Работа будет усилена, особенно в вечернее, ночное время суток, ну и в течение всего дня. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Меру наказания определяет суд.